45, 46, 47, 48, 49, 50. Все, смерть. Что с тобой, Петрович? Рождаюсь заново, бабань. Здравствуй, бабань. Здравствуй. Нестор, посмотри, какой я тебе пирог испекла. Сама, первый раз в жизни. Правда красивый? Слушай, а где же ты был? Я весь институт обегала. Мы тебя ждали. А какого Нестора вы имеете в виду? Тебя, кого же еще? А я не я. А кто же ты? Будем знакомы. Нестор Север. Полина, а ты что, на меня обиделся? Вы ошибаетесь. Вы видите перед собой совершенно другого человека. Другого? А где же тот, Нестор, голубчик? Куда же ты пропал? Нет, с ним покончено. А жаль, славный был, умница. Глупец. Это почему же? Ваш Нестор не знал своего истинного призвания. А какое же это интересное его истинное призвание? Учить детей. И, кстати, он вам передал письмо. О, Боже мой! Да! Я поступила в аспирантуру. И это так. Это оскорбило тебя. Да ты трус. Мелкий, тряпка. А я-то дура. Я поверила тебе. И это ты называешь любовью? Нет. Ваня не такой. Он сильный. Он настоящий, слышишь? Сильный, смелый. Даже когда я делала ему больно, он всегда помогал мне. Слышишь?